В феврале 2015 года убили, да, Бориса Ефимовича Немцова? А с какого времени существует мемориал? Ну, как только его убили, сразу москвичи стали приносить сюда цветы. Первые дни это было очень много цветов, прям буквально вот весь Москву заполнен. И с этого времени вот эти цветы здесь находятся, цветы портреты. Так что можно сказать, что непосредственно после убийства этот мемориал появился. Понятно. А как... В какой стадии сейчас его легализация, ну, чтобы он стал, ну, вот уже как бы с какой-то табличкой, с каким-то обозначением на карте? Ну, что это стадия, как будто это какой-то процесс, который идет. Я не уверен, что этот процесс когда-то продвигается. Вот, и, ну, по-моему, в какой-то момент какая-то инициативная группа подавала заявку на то, чтобы здесь была табличка, и ей сказали, что это невозможно, потому что не прошло 10 лет со дня смерти Немцова. Но довольно очевидно, что это было просто предлог, и, на мой взгляд, во всяком случае, власти не готовы это даже обсуждать. То есть официальный отказ есть, да? Есть официальный отказ, который был несколько лет назад, как я понимаю. Вот, и я очень сильно сомневаюсь, что это будет пересмотрено. Хорошо, а вы дежурный, один из дежурных, я, да? Ну, я дежурный, да. Вот. А сейчас вот эта активная фаза, когда там жилищник или кто, какие-то там службы дорожные выкидывали портреты Немцова, цветы, вот она закончилась, вот это? Ну, это выкидывают разные организации, это либо сотрудники организации, которая называется «Гормост», как раз коммунальная организация, которая занимается управлением теми мостами, в том числе этим. Либо это бывает так, что приходит полиция по каким-то предлогам, арестовывает и задерживает волонтеров, и их, соответственно, помещает в отделение. И после этого, когда они возвращаются, то здесь все очищено. Или бывает так, что всякие провластные организации тоже это делают. Это происходит примерно раз в месяц. Конечно, чтобы это прям совсем закончилось, нельзя. Но, может быть, были действительно какие-то моменты, когда происходило немножко чаще. Но так это время от времени происходит, и ничего не закончилось. А нодовцы, сербовцы? Ну, я по них всегда говорю, что это могут быть сербовцы, может быть, полиция, может быть, Москва-Гермост. Это вот такая провокация. Почему вот столько полиции вокруг сегодня? Ну, вот я думаю, что это связано, смотрю. Связано с гулянием, с тем, что очень много народу. Я не уверен, что это конкретно связано с... То есть к вам еще никаких претензий сегодня не было? Нет. А как вас зовут, если так? Меня зовут Иван. Иван, да. Вот Иван один из дежурных. Да. Вы сегодня до какого времени будете? Видимо, до 9. До 9 потом вас сменят, да? Ну, и ночные смены тоже здесь есть, остаются. Ну, по-разному бывает. Угу. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, друзья, последние точки, считайте, в Москве, как сказал Марк Гальперин, гражданского сопротивления. Люди восстанавливают, то есть уничтожается этот мемориал стихийный. Люди его восстанавливают каждый раз и напоминают, что вот в этом месте был убит оппозиционный политик, вот рядом непосредственно с кремлевскими стенами. Ждали сегодня, анонсировано было минута молчания, здесь какая-то акция, пришли сотрудники СМИ. Пришло очень много полиции, причем как бы это не митинг анонсировался, а минута молчания. Но все равно полиции очень много почему-то. Вот видите, там, тут три человека. То есть прямо окружили этот мемориал. И вот с той стороны, да? То есть более 15 человек вот внешне я наблюдаю здесь. Но пока никаких активных действий. Будем дальше наблюдать.